мне маска надо. Это что, маска от злых орков. Так накастуй. А, сейчас, секундочку. Сейчас. Не, я просто хочу меншин. Ты просто красный, сзади красный, красный знак, очень красиво. Значит так, я красноклейменная с пакетиком травы. Отмула что-то. Это эликсир преображения. О, покажет тебе, где спрятан посох. А, он на меня смотрел, когда мы выходили. Такой, что? Это что-то здесь нечисто, нечисто. Тебе надо выпить это, зелье. А, точно, секундочку. Бля, а может мне тоже выпить? А, нет, слушай, знаешь, мне кажется, он только на меня рассчитан. Да? Ну, так да, тебе весь, смотри, надо, весь залпом? Смотри, он магический naked green machine. Может, надо раздеться сначала? А, хорошая идея, но я думаю, меня не пустят в дом. Ну что, ты готова выпить эликсир преображения? Я думаю, я готова. Да, я тебя, как я тебя узнаю, когда ты преобразишься? Давай, Лен. Может, надо искать посох? Он знает? Эй, охранник, вылез мой стеклянный посох. Да? Открой дверь магии. Вау. А вторую можешь открыть? Верхоклейменному. Это было бы не смешно уже. Держи, пожалуйста. Мой магический пакет из рамбы подходит мне. Это тоже лавка красноклейменных. Ой, как ты должна это прочитать? Ты почти завершила свой путь. Они разводят костры и готовят на огне полуросликов. О, а также... Фродо! А также играют в кости. Заверши начатое. Покончи с этим безумным городом. А это от кого? От кого-то. Что ты ищешь, Дьяца? Я ищу место, где разводят костры и готовят на огне всякую дичь. Наколдуй нам что-то. Что хотите? Хотите Порш? Давай. Раз, два, три. Порш! Вот так!